6 августа в Омске состоялся Сибирский международный марафон. Второй год кряду событие прошло в статусе Кубка России. Его участниками стали 4339 профессионалов и любителей бега из 36 регионов России и 9 зарубежных государств. В торжественном открытии забега на Соборной площади приняли участие представители областной и городской власти. Дорогие спортсмены, я желаю вам удачи и очень хочу, чтобы сегодняшний день традиционно был одним из самых ярких в году. Ну и, конечно, поздравляю всех с днем рождения нашего любимого Омска. Пусть он становится красивее с каждым годом, а мы все с вами делаем все от нас зависящее для того, чтобы это было так. Удачного старта, замечательного финиша, новых рекордов. С праздником! Колонну трех соревновательных забегов на 42, 21 и 10 километров сразу возглавила группа известных российских спортсменов, показавших высокие результаты на чемпионате страны. В массовом забеге на 3 километра стартовало 2470 человек. Популярная дистанция объединила людей разных возрастов, от детей до пенсионеров. Многие бежали с семьями, группами, трудовыми коллективами. Участники показали хороший темп на трассе. На финише все ждали яркие эмоции, улыбки и памятные медали. Важно, что люди приходят на марафон, люди любят марафон, люди живут марафоном. Спортсмены профессиональные, просто любители бега, любители здорового образа жизни. И то, что мы это продвигаем, наверное, это хороший пример, хорошая история в целом этого мероприятия. Хорошо, что у нас есть помощь губернатора, что у нас есть помощь организаций, спонсоров наших, людей, которые помогают, которые участвуют в марафоне своими трудовыми коллективами. Это все очень важно для того, чтобы мы выполнили задачу президента о регулярности занятий спортом не менее 70% жителей нашей огромной страны. Первые чемпионские медали марафона выиграли спортсмены из Екатеринбурга. Александр Антонов и Екатерина Новикова победили в забеге на 10 километров. Я первый раз в Омске. Я впечатлен городом, и это было вчера. А сегодня я впечатлен организацией и самим событием. Спасибо за радушный прием. Все супер. Волевое соперничество в борьбе на главной дистанции. 42 километра и 195 метров. Жара пришла раньше предстартовых прогнозов, но профессиональные спортсмены проявили характер. Амичка Марина Ковалева быстро оторвалась от соперниц, но на 17-м километре ей пришлось корректировать свой план и бежать просто на победу. Марина справилась с этой задачей. Амичка победила с результатом 2 часа 36 минут и 54 секунды. И в четвертый раз в своей карьере примерила золото Сибирского международного марафона, приплюсовав победу в Кубке России. Я прежде всего боролась с собой, со временем, с погодой. К сожалению, одной бежать всегда тяжелее, не на кого ориентироваться, без компании совсем другие ощущения. До финиша надо добежать, Омск поддерживает, везде болели, музыка играла ритмичная, зрители, болельщики по трассе, сами участники очень горячо поддерживали, может, поэтому и в Омске жарко всегда. Жаркая битва была в состязании мужчин. Четверка главных претендентов на победу долгое время бежала плотной группой. Ближе к финишу в лидеры вырвались и Удар Миншин из Москвы, и Иван Кузнецов из Первоуральска. В решающий момент столичный бегун нашел силу ускориться, выиграл золото марафона с хорошим результатом. 2 часа 18 минут и 7 секунд. Ребятам большое, конечно, спасибо. Они всю дорогу вели, я сзади сидел. Вот Иван Кузнецову спасибо и Кирилл Недосека. Вот они, конечно, всю дорогу вели, я сзади сидел. Мне главное было дотерпеть с ними, не отстать до 40-го километра. Но когда я уже арку увидел напрямую, я уже думал, тут уже осталось-то 300 метров, уже пора.
принципе, убегать, потому что, ну, уже финиш надо показывать, что есть, что осталось. Серебряную награду завоевал Иван Кузнецов. Третьим призером стал Руслан Хорошилов из Белгорода.